Друзья, всех приветствую. Чайная на связи. Сегодня у нас такой необычный выпуск. Вот, в общем, я себе тут решил чайник в коллекцию взять. И все мне в нем понравилось, но он как только пришел, ну, просто вот не лег в руку. Очень классная глина, форма паньху кастрюля. Глина чистая, пористая. Я при первом наливании кипятка услышал шипение, заполнились поры, звонко. Внутри современное это вот отверстие, печать сбоку на тельце есть. Сейчас покажу, как льет. Итак, классическая форма паньху, кастрюля в народе. Довольно универсальный чайник, объем 140 я померил, вот такой тоже хороший объем. Есть микролюфт, прямо супер маленькое подтекание, но оно не влияет. Хороший, приятный, оп, в обращении чайник. Да, вот обратите внимание, иногда чуть-чуть будет микрокапелька, но она не влияет. Вот такой вот чайничек, если вам интересно, готов с ним поделиться, им поделиться, то есть по вменяемой стоимости, потому что брал себе, мне, к сожалению, не подошел. Вот. По всем вопросам напишите, с радостью отвечу. Чайный на связи.